что можете сказать по сбору подписей за отставку главы в районе? Ведь это же действительно было. Ну, хочу сказать, вот этот товарищ Эльфан Дусталиевич, он на самом деле был на территории района, он очень активно помогал действующему председателю правительству в тот период осени 2018 года. А тогда был Виктор Михайлович. Да, значит, Виктор Михайлович, ну, шла же борьба уже. В принципе, он появился во втором туре, когда уже Виктор Михайлович снял свою кандидатуру. Вот он активно работал. Значит, я знаю, что мы с ним встречались. Ему на самом деле, как он, с его слов, обещали какую-то должность. Далее, там, я не знаю, что у них получилось. Появляется опять он в этом году у нас на территории района. Вот он такой уже воодушевленный приехал, у него какие-то задачи, там, цели. Но на самом деле я не видел ни текста обращения. И на самом деле я вот не знаю, чтобы у нас в Аскерском районе кто-то подписался под этим текстом обращения за отставку. Это уже другой вопрос, подписались или не подписались, а вот сам факт, что предлагали. Да, вот это было. Да, разговор шел, что есть какой-то якобы текст за... по сбору подписи за отставку председателя правительства. Такой разговор был. Но насколько вот мне известно, да, потому что были ко мне звонки, якобы эти люди приехали в поселок Вершина-Тёя, остановились у нас в гостиничный комплекс «Кедрейс», там и вот ходят по поселку и собирают как бы подписи. Фактически такого не было. На самом деле подписи собирались и, наверное, собрали эти подписи, но содержание всем было иное. Это было обращение к председателю правительства Валентину Олеговичу Коновалову для того, чтобы он приехал к нам в поселок Кишинайтёй для встречи с жителями поселка. Почему? Потому что в преддверии выборов он был дважды, там были кое-какие обещания, и, соответственно, люди вот хотели с ним встретиться. И вот такие подписи были.